Ну, я не могу сказать, что это каким-то образом поможет, потому что я как мать двоих детей, сама, например, этот материнский капитал даже до сих пор сертификат не сделала. Почему? Потому что его использовать можно только в ограниченных случаях. Я считаю, что демографической ситуации поможет некоторые другие вопросы, как, например, снижение цен на многие вещи, которые касаются рождения ребенка. Второе – это нормальные человеческие семейные отношения. А это от чего зависит? Это, как всегда, зависит только от финансов, от зарплат. Не могу сказать, что вот это каким-то образом будет способствовать повышению демографического роста. Поскольку у нас очень ограниченное количество прав на использование данного капитала. И там есть масса условий. Поэтому вот это вот, это мифические деньги, которые будут, они как бы, ну я не знаю, они не могут способствовать какому-то желанию родить второго ребенка. Мне кажется, какой-то человеческий фактор, там, увеличение зарплат, например, помощи молодым семьям в получении ипотеки, улучшение ситуации с какими-то другими вопросами, оно больше поспособствует, нежели увеличение материнского капитала. Потому что, еще раз повторюсь, его можно использовать только в очень ограниченных случаях.